Привет, друзья! Сейчас мы находимся в Москве, около главного офиса Oriflame России. Да, на заднем фоне. Сейчас я вам сделаю небольшую экскурсию по этажам. Здесь офис представлен в 4 этажах. В нем именно проходят и обучение, разные встречи. Здесь присутствует как раз находится руководство компании. И сейчас сделаю небольшую экскурсию, чтобы у вас было полное понимание, да, вообще какой у нас офис, да, и какая у нас компания. С самого начала вот так вот он выглядит. Громадное здание. С одной из сторон там ночью загорается надпись Oriflame большая. Сейчас идем вперед. Смотрите, какие двери сами открываются. Здесь получается первый этаж. Есть еще нулевой, там идет выдача заказов, но да, мы не пойдем. Да, то есть все можно полностью посмотреть. Разные фотозоны. Смотрите, кстати, представлена вся наша коллекция ювелирных украшений. Но подробно не буду показывать. Тоже разные залы. Тренинговые. Здесь можно воспользоваться компьютером, естественно, поработать, отправить заказы. Да. Небольшие зоны с кофе. Можно посидеть, попить. Это все только первый этаж. Такие тоже зоны есть. Ну, соответственно, да, туалеты, все дела. Топ-15 России. Здесь наши наставники. Эдуард, Наталья, Васильева. Ну, тоже залы, гардеробные. Пойдемте наверх. Как раз у нас сегодня там будет бизнес-встреча. Наши уже 2 раз собираются. Ждем остальных. Все полностью здесь свободно, то есть вы можете приходить сюда, занимать любой свободный столик и работать. Тут 2 этаж, он состоит из таких бизнес-тренингов, бизнес-залов, вернее, для проведения тренингов. Да, тоже есть рабочая зона. Кстати, там сейчас находится руководство компании, мы их видим, какая-то важная встреча сегодня. Видите, да, сколько их? Вот, в общем, 2 этаж, весь стоит из зон, да, Саш? Александр взял кофейку. Пойдемте покажем вам 3 этаж. В общем, очень уютно, очень комфортно. Все красиво, по-шведски. Все в стекле. Девчонки наши с мальчишками. Сегодня вот здесь мы будем находиться тоже. Забронировали 3 этаж. Чтобы никто не мешал. Видите, да, все работают. Тоже такой классный этаж. Да. Здесь сидит руководство компании. Смотрите, все тоже как сделано. Все полностью открытое, без перегородок, без стен. Единым кабинетом. Кстати, там есть еще один этаж. Вот видно за стеклом. Ну и купол гнева. Красивый, большой, 4-этажный офис. Да, очень уютный, комфортный, классный. Так что будете в Москве, обязательно заходите. Метро Спортивное. Прямо из выхода из метро сразу же будет большой сервисный центр наш. Улица Усачева, если не ошибаюсь, по-моему, 37.